Здравствуйте, я Антонио Сантено, основатель канала Real Man Real Style. Господа, сегодня мы поговорим о том, может ли цвет вашей одежды влиять на то, как люди вас воспринимают. В принципе, есть один цвет, который сделает вас более убедительным. Вас будут воспринимать более надежным и, следовательно, может фактически увеличить продажи, если вы выступаете с презентацией, сделать вас более похожим на эксперта. Перед тем, как мы начнем, господа, подпишитесь на канал, нажав на соответствующую кнопку. Так все видео будут у вас в новостной ленте. Кроме того, если вам понравилось видео, если вы считаете его полезным, я буду признателен за лайк под видео. Если вы хотите знать еще больше, я создал целую статью на Real Man Real Style, которая связана с исследованиями и содержит дополнительную информацию, поэтому перейдите к статье. Это видео основано на исследовании 2014 года, которое опубликовали в журнале «Психология и маркетинг». И то, что они нашли, да, есть один цвет, который может носить человек, чтобы его воспринимали более надежным. Почему это важно? Потому что если вы считаетесь более надежным, особенно в сфере продаж и бизнеса, вы будете более убедительными. И что же это за цвет? Красный. Да, я все это время играл в игры с вашим разумом. Красный цвет поистине потрясающий. Позвольте мне начать и просто рассказать об этом очень быстро. У нас было два исследования, два отдельных человека. И то, что у них было, один мужчина был одет в белый свитер, другой в красный. Похожая картина, одинаковые мужчины, это было убедительное предложение, в чем они пытались убедить. Вы представляете себе картину? Одинаковые парни, просто свитеры разного цвета. Что произошло? Впоследствии они показали, что мужчина в красном свитере был убедительнее. С научной точки зрения, статистика. Вау, этот парень казался более надежным. Он более убедителен. И это заставило их задуматься. Окей, единственное отличие во всем этом исследовании – цвет свитера. Он был приятный на вид, с довольно ярким цветом, и его было много. Что произойдет, если мы сделаем его меньше? Что будет, если это просто галстук с темным костюмом? И снова они обнаружили, что он имеет тот же эффект. Так как нам это использовать? Любое количество красного цвета, которое не выходит за пределы обычного, потому что если вы попробуете носить полный красный костюм, вы будете восприниматься скорее как клоун. И я думаю, что это будет иметь негативное влияние на вас. Но если вы носите его в сочетании с другими вещами, вы будете восприниматься более убедительным и по статистике более надежным. Кстати, другой цвет галстука был светло-голубым. Поэтому если вы хотите быть более непримечательным, он может быть уместен, если вы кого-то дублируете, если вы не пытаетесь убедить, если вы пытаетесь поддержать кого-то. Но если за вас должны голосовать, если вы выступаете с презентацией, если вы продаете, вы в каком-то смысле пытаетесь убедить кого-то в том, что вы эксперт, что вы действительно знаете, о чем говорите. Добавьте только немного красного. Карманный платок, галстук, может быть свитер под пиджак. Но не переусердствуйте с красным, вы будете восприниматься как более надежный и убедительный человек. Опять же, почему это происходит? Ну, красный на протяжении всей истории человечества был признаком могущества и силы. Это одна из тех вещей, которые политики давно знают, так используйте ее в своих интересах. Не перебарщивайте столь сильным цветом. Теперь, друзья, если вам понравилось это видео, где я говорил о цвете, возможно, вы знаете, что у меня есть целая серия о цветах на Real Man Real Style. Посмотрите ее. Я сделал другое видео о цветах и собираюсь снять видео о черном и некоторых других цветах, что происходит, когда вы их носите и как вы можете их использовать в свою пользу. Потому что это цель в Real Man Real Style. Друзья, мы говорим не только об одежде, сколько о вашем понимании науки, военной истории, откуда все пришло, чтобы вы могли одеваться с уверенностью. А не полагаться на все эти модные советы, которые в вас бросают. Вы можете использовать одежду, вы можете использовать навыки общения, чтобы получить то, что вы хотите от жизни. Переходите по ссылке на Real Man Real Style. Это великолепный сайт. Мне нравится работать над ним вместе с вами. И я хотел бы увидеть вас там. Берегите себя. Пока.